Привет! Вы на канале про продукт. Как хранить дома помидоры? Помидор – овощ любимый, если не всеми, то многими. Летний период он присутствует на столах с завидным постоянством. Но к наступлению зимы свежие овощи заменяют их консервированные собратья. Это связано с тем, что немногие хозяйки знают, как и где хранить помидоры дома, чтобы побаловать себя свежими томатами даже зимой. А между тем есть немало способов доставить себе такое удовольствие, не прибегая к покупке свежих помидорок в овощном магазине. Как это организовать? А также как хранить помидоры и огурцы? Об этом подробнее. Заготовка свежих томатов в зиму. Прежде чем задаться вопросом сохранения свежих помидоров в течение долгого периода времени, стоит определить, а подходит ли сорт томатов для хранения. К сожалению, не каждая помидорка способна порадовать хозяйку своим состоянием в следующем году после урожайного. Для долгосрочного складирования нужно выбирать помидоры поздних сортов, именно они самые лёжкие. Если продукт для хранения покупается в сезон низких цен, то и в этом случае покупайте именно позднеспелых представителей паслёновых. Подготовка продукта. Можно ли сохранить помидоры на зиму свежими? На самом деле это несложно. Но прежде чем разместить томаты на хранение, нужно правильно их подготовить. Это поможет помидоркам пролежать дольше и порадовать хозяйку на зимних праздниках. Лучше всего, если будут использованы бурые, слегка недозрелые представители. Красные помидоры лучше направить на заготовку консервации. Подготовка к хранению необходима в любом варианте, независимо от того, где и как планируется хранить свежие помидоры. Необходимо выполнить сортировку продукта по величине и зрелости. Томаты, отличающиеся по размерам, имеют свои особенности, например, крупные экземпляры дозреют быстрее. А помидорки разной степени зрелости следует хранить в разных температурных условиях. Тщательно осматриваем каждую помидорку. Для длительного хранения подойдут только здоровые плотные экземпляры, без явных следов размягчения или повреждений кожуры. Даже небольшой намек на начало изменения структуры плода является причиной применить томат в другом направлении. Некачественные помидоры могут испортить весь запас. Если на плодах сохранились плодоножки, то не нужно их удалять. Они способны продлить срок хранения томатов. Также нужно хорошенько просушить помидоры, чтобы не было лишней влаги, способной вызвать образование плесени. Перед складированием необходимо обработать поверхность плодов. Это позволит продлить их хранение. Для этого можно протереть поверхность спиртом и тщательно просушить. Слабый раствор желатина или тонкий слой воска позволит лучше хранить помидоры. Хорошо хранятся овощи, обработанные слабым раствором борной кислоты или светлым раствором марганцовки. Завершив подготовку, можно приступить к укладке томатов. Размещение. Циркуляция воздуха. Помидоры молочной степени зрелости нужно обернуть черным пергаментом и разместить аналогичным образом. Самой подходящей температурой будет 10-12 градусов. Влажность хранилища не должна превышать 90%. Сильно сухое помещение тоже не подойдет. Нарушение подобного баланса может привести к тому, что на томатах появится плесень или они высохнут. Вызревшие плоды в комнатной температуре. Лучше не хранить, они испортятся быстрее, чем запланировано. Недозревшие плоды. Нельзя не упомянуть зеленых представителей. Как хранить зеленые помидоры, чтобы они покраснели? Если был куплен продукт на начальном этапе созревания, то лучше разместить его в условиях комнатной температуры. Если температура будет ниже 15 градусов, то томаты будут созревать очень долго. Идеальный вариант – 15-20 градусов. При повышенных температурах процесс также будет затруднен. Не стоит убирать из общего числа покрасневшие помидорки. Они способны ускорить процесс дозревания всех остальных томатов. Вяленые помидоры. Получить вяленые помидоры в домашних условиях совсем несложно. И это отличный способ заготовить помидоры на зиму. Хранить вяленые помидоры следует в холщовых мешочках, по аналогии с сухофруктами. Если таких мешочков в хозяйстве нет, то обязательно купят, они очень пригодятся. Некоторые хозяйки, решая вопрос, как хранить помидоры в домашних условиях, предпочитают их вялить и заливать оливковым маслом. Такие заготовки требуют, чтобы они хранились в холодильнике. Почему нельзя хранить такие заготовки в морозилке? Многие считают, можно, но стоит учитывать, что после разморозки помидорки изменят цвет. Сушеные помидоры. Чтобы заготовить томаты на зиму, можно их сушить. Как хранить сушеные помидоры? Подойдут вышеописанные методы хранения вяленых собратьев.
Кроме этого, можно уложить сушеные овощи в стерильные банки и, добавив специи, залить их рафинированным подсолнечным маслом, так чтобы оно полностью скрыло плоды. Банку герметично закупорить. Можно разложить продукты в банке и залить воском или укрыть вощеной бумагой. Также можно разместить в холщовых мешочках и развесить в прохладном помещении с хорошей вентиляцией. Так как правильно хранить помидоры в этом варианте при температуре от 1 до 10 градусов, удачнее всего повесить мешочки в погребе. Какой из вариантов предпочтительнее выбирать, нужно исходя из возможностей. Но какой бы ни выбрали, вы отлично сохраните сушеные томаты. В холодильнике? Конечно, самый распространенный способ хранения овощей, в том числе и томатов. Размещение их в холодильной камере. Там же можно хранить свежие огурцы. Как хранить помидоры в холодильнике? Самым удачным вариантом будет размещение их в ячейках для овощей. Не следует накладывать много помидорок друг на друга, они могут повредить соседей. На полке холодильной камеры помидоры нужно хранить в пакете. В условиях низких температур томаты перестают быть душистыми. Но если вытащить его в теплое помещение, он способен снова начать источать аромат. Совместное хранение с огурцами. Огурчики не меньше томатов страдают от низких температур. Поэтому свежие огурцы и помидоры могут стать отличными компаньонами для совместного хранения. Как видно, дружат эти овощи не только в банках с консервацией. Но важно помнить, что такое соседство в свежем виде может привести к нежелательным последствиям. Огурцы очень восприимчивы к газам, которые выделяет томат для созревания. Поэтому хранить огурцы вместе с помидорами следует, опираясь на вышеописанные рекомендации, но недолго. Все условия содержания помидорок отлично подойдут и огурцам при условии раздельного хранения. Рекомендации на тему того, как хранить помидоры дома, закончились. Опытные хозяйки знают еще немало хитростей, но для начинающих свой путь в вопросах заготовки достаточно и этого. Следуя советам, вам не будет равных в хранении томатов. Сохраняйте овощи свежими как можно дольше и радуйте себя и близких вкусными и полезными блюдами, готовясь к новому удачному сезону. Понравилось видео? Подписывайся на канал.